Зачем тебе повязка с черепом? Так я кажусь опасней. Опаснее, чем кто? Чем те, у кого нет черепа на повязке. Принес газету? Ага. Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Ты должен вернуться к сотрудничеству с нашим. Вам не кажется, что это растягивает нашу речь? Точно. Давай ты один будешь говорить. Банком. Нет. Нет. Чего тебе не хватало? У нас есть все, ради чего стоит заводить карту с кэшбэком. Дешевое обслуживание и доставка карты всего за 500 рублей. Кэшбэк баллами, на которые можно купить все, что угодно из выбранных трех категорий. Ограничение по кэшбэку только после 10 тысяч рублей. Мы создали для тебя идеальные условия, а ты бросил нас. Я вижу. Из-за этих условий я и ушел от вас. Недавно в одной местной газете я наткнулся на объявление о кэшбэк-карте Райффайзенбанк. И я узнал, что кэшбэк может быть вообще на все. 1.5% с любых покупок и даже без ежемесячных ограничений, представляете? Причем живыми деньгами, а не какими-то баллами. Скажи еще, что у них бесплатное обслуживание этой кэшбэк-карты. Кстати, да. У них абсолютно бесплатное обслуживание и доставка карты. За такой картой, наверное, месяц в очередях стоять придется. Зачем? Заказать ее можно прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании. А если при регистрации вы введете промокод Лена Кука, то еще вдобавок ко всему получите 500 рублей. А можно и нам такую? Конечно. Заказать ее могут абсолютно все. Вот только не думаю, что именно вам она понадобится в ближайшее время. Это такой плохой ведущий говорит. Ну заговните его тогда прям. Не-не-не-не! Александр Гудков! А что ты хотел? Вы больше меня заговнили, конечно. Нет, давайте вот так. Александр Гудков! Давайте, Александр... Как будто все твои родственники. Это тебе мщу я за письмо мамы.
А мы вас специально. Ну ладно, мама расстроилась. Не тем людям ты мстишь, Рустам. Да. Что? Не, ну это не из-за нее. Моя мама сказала, что больше никогда в жизни, чтобы ты про меня больше не говорил. Никогда в жизни. А что, ее захейтили? Кто, маму? Да. Она меня захейтила. Ну, моя, честно, моя, она такая... А что она там? А что она? А что ли? Не дарят, почему? Слушай, может... Может, их тогда в топ-дог куда-нибудь? Ну да. Блин. О, материнский... Я как двинусь. Ну, мне кажется, было бы классно, если мама моя и мама... Блин, это круто. Мы устроим бой в тот же вечер, когда Хазбик и Абдурозик будут... Да, да. Это я жду этот вечер это вообще. Это комейн-ивент будет. Когда это будет? Но никто не знает, скорее всего. Трэш-ток между нами будет. Ну нет, мы с тобой не... А, вот это твоя мама настолько толстый чувак. Не, вы письма мам будете зачитывать просто. Они написали, вы такие, ага. Уважаемая Марита, я тебя уничтожу. В первом раунде возьму на удушающий. Саша, покушал? Мне моё любимое видео, где он говорит что-то такое, где он ищет его. Он приехал, Абдурозик приехал в... Я все смотрю, я мониторю. Махачкалу, и он говорит, я тебя пихну, блядь. Не ударил. Да, удар там не получится же с такой длиной руки. Я тебя пихну, где твое местонасхождение, как он так говорит. Местонасхождение. Да, вы все знаете Абдурозика Хазбика? Ну, слава богу. Популярные люди. Не первый канал, хорошо. А что, там не получилось? Только в рубрику пропихнул, только рубрику «Могли прийти, но не пришли». Тайно подпихнул. Там такое бывает. Саня, а ты в курсе вообще, что здесь будет происходить в целом? Ну, честно скажу, я вчера только первый раз посмотрел с Шестуном. Посмотрим, мы из зоны комфорта. Посидим, посмотрим, с Шастуном тоже выпустим. Да, дайте в YouTube зайду. Короче, читка у нас такой проект, где мы написали сценарий, который участники не видели. Они сейчас его будут читать первый раз прямо при вас. И в этом тексте у нас записаны задания актерские, которые вы должны будете все выполнять еще. Пока отыгрывайте свои роли. Как тебе такое? Мне все понятно. Супер! Ну, если все понятно, всем можем начинать. Начинаем, да, все, поехали. Его вырвало. Его опять рвет. Первая сцена. Бункер повстанцев. Вечер. Ого. 2071 год. Чикаго. Вследствие всеобщей моды на чипирование население Земли контролируется искусственным интеллектом. Лишь небольшая горстка повстанцев пытается вернуть человечеству былое величие. Их лидером является военный генерал Джон МакКоннор, Макар. Чрезмерно брутальный морпех, который ведет себя как Джейсон Стэтхэм. Как ведет себя Джейсон Стэтхэм? Просто ходи. Быстро облысей. Серьезным лицом. Как будто сейчас где-то насрешь, если найдешь. Какой у тебя джинсовый ансамбль. Надо на текст смотреть. В его кабинет забегает испуганный солдат Рустам, только что поступивший в ряды ополченцев. Боюсь. Как он ты напугал. Чем-то явно очень испуган, солдат. Во-первых, мой внешний вид, конечно, солдату не соответствует. В будущем ты такая... Ты уснул на журнале на мокром. Ты этот, мотоебные войска. Нет, да, войска, которые сначала очаровывают. Ты анинизатор. О, нет, ты из армии Хью Хефнера. Не, я хочу представлять, что я из окопа стою и говорю, я вибу. Вибу! Ты чисто по полю боя с тёлками вот так ходишь. Вот так, вот вот так стреляешь из-за них. С ракетами сразу. Ананюша. Я тут, блядь, генерал. Ананюша, да. Извините. Есть Нюша, а это Ананюша. Ну все, вот я, вот он. Что случилось, солдат? По винтовой лестнице. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Генерал, нам срочно нужно подкрепление, потому что... Выпроси подкрепление, как попрошайка. Потому что... Дай, пожалуйста, дай немного, дядя, дай Бог тебе здоровья. Немножко подкрепления дай, пожалуйста, дядя. Дядя, какой красивый, какой, смотри, все хорошо у тебя будет. Дай, пожалуйста, подкрепление!
Так, боец, я правильно понимаю, тебе страшно. Когда-то мне тоже было страшно, но это было всего 3 раза в жизни. Когда врачи доставали меня из моей матери. Когда сказал при Кавказцах, что Камри 3.5 не едет. И когда... Вспомни 3-й случай. Когда вот так майонез уже снизу вот так скручиваешь. Вот так уже потом сбоку колпачку выдавливаешь. Потом колпачок вот так ставишь, снизу выдавливаешь, и нихуя! Я понимаю этот страх. А теперь собери свою волю в кулак и приведи ко мне пленного. Так точно! Не очень неуверенно. Так точно. Солдат заводит пленного гудминатора. Это у нас Саша. Гудминатора? Гудминатор. Боже, я должен быть голым. И сразу же выбегает, оставив их вдвоем. Тогда вот так. У тебя причем наручники вот так тянутся отсюда. Знаешь, когда вот так? Гудминатор смеется и говорит очень брутальным голосом. Смеется брутальным? Глупая биомасса, даю тебе последний шанс перейти на нашу сторону. Взамен ты получишь... Перечисли, что вы ему подарите, если он согласится чипироваться. Бусики. Анальные. Ради этого из будущего прибыл. Потом свитер эбонитовый. И маму новую. С вайфаем. Со всеми приколами. МакКоннор заходит за спину к пленному, подключает к нему компьютер и начинает перепрограммировать. Не расшатай USB-гнездо. Если что, у меня есть инфракрасный порт. Какой кошмар! Какой кошмар, господи! Ты же сам это сказал. Мне 38 лет, ужас! Пропускаемость ануса 200 мегабит в секунду. Вот это вируса пошли тут, конечно, мужики. Вируса! Какой-то Касперский! А где звук свиньи? Сейчас выдам. Звук свиньи, по-твоему? А разве не так, это? Я да, думал, все кавказцы звук свиньи делают, оказывается. Это в Касперском. Ёбаный гараж с мужиками. Знаешь, что случилось с человеком, который в предыдущий раз хотел меня подкупить? Я пришел к нему домой. Закончил. А я не имею. Высосал весь майонез из его холодильника. Какой кошмар. Ты сосун. До завершения обновления осталось 1.5 минуты. В процессе перепрошивки гудминатор перезагружается и начинает вспоминать события, которые до этого блокировал чип. Гудминатор, расскажи историю, которую тебе хотелось бы забыть. Один раз. В Волгограде. Меня унизила обувная продавщица. Она предложила мне обувь 34 размера, хотя у меня 42. Крошка-ножка. До этого момента за мной идет эта кличка Крошка-ножка. У меня не птичья нога. Я хочу забыть это. Сейчас. Как только обновление завершится, ты отправишься в прошлое и Что? Тебе не хватило времени. И предотвратишь судный день. И когда я... Обновите ему языковой пакет. Там просто что-то полезло, меня не могу... Ты потерял вкус речи. И тогда я до самой старости буду... Чем ты будешь заниматься, если война так и не начнется? Да, чем? Рыбачить, разводить костер детей и карпа. Разводить костер и детей.
Мы на фургоне подъехали и такие, да, нормально. Неожиданно кто-то выбивает дверь кабинета. В бункер влетает солдат. Вслед за ним заходит киборг-убийца Эмир. Я солдат? Да, ты солдат оттуда. Вот. Киборг-убийца. Я не киборг, у меня проблема с опорно-двигательным аппаратом. Вот! Чего? Ебать. Первое правило. Всегда веди себя с оружием, будто оно заряжено. Ты проверил на всякий случай. Я тебя поймал ртом. Повстанцы, сопротивление бесполезно. У вас есть 10 секунд на то, чтобы сдаться. Я курю пули. Последний раз! Сука. Я гудинатор. Мне кажется, или какой-то пиздец происходит. Это единственный робот в кружевных этих чулках. Стреляй в рот. Прикурить? Солдатам, он выбил дверь солдатам. А, так он не выбил мной дверь. А я думаю, а что я на его стороне стою? Все. Ты вообще задействован в истории или я не понимаю? Очень сложно оставаться серьезным, когда все обрывается резко. МакКоннор. Ребят, из двора уйдите. Вы что, у окна встали? Мешаете спать людям. Идите, это свой двор. Ладно, давай. Повстанцы, сопротивление бесполезно. У вас есть 10 секунд на то, чтобы сдаться. Последний раз, когда мне давали 10 секунд, я успел... Что? Давай, расскажи. Я был в будущем, я знаю, что это. Успел поэтому досчитать до 7. Как тебе такое? Как? Рядовой, задержи его. Киборг начинает обратный отсчет. 3. Солдат нападает на киборга-убийцу и пытается причинить ему максимальный урон, но тот не чувствует боли. 10. 9. Я чувствую боль. 8. 7. Солдат. 6. Солдат. Крути пенис. Крути пенис! 4, спасибо! Помогает, действительно! Я был в будущем, у него крутится пенис, крути! 1, 2... Солдат, никогда не читай, что тебе надо делать! Попробую сбить киборга-убийцу, не используя при этом рук и ног. Все это было зря, прости, Эмир. А жопа — это часть ноги? Очень двоюродная. Бородой попробуй. Пожалуй, не буду ему помогать, он точно ничего справится. Ничего не больно, курица довольна. Поняв, что шансов нет, он хватает киборга и прыгает с ним в окно. А где окно? Тут, ну, вот там, так вот же закрывают. Мужики! Все, я закрываю! Они в окне. Это Роберт. Роберт Паттерсон. Робот Губерниев. Обновление завершено. Генерал МакКоннор тащит Гудминатора к машине времени. МакКоннор. Он встал. И читает текст. Отправляйся в прошлое и не дай машинам убить меня. И еще. Передай молодому мне, чтобы я ни за что и никогда... Но? Расскажи про свою самую крупную ошибку в жизни. Не снимал тот ТикТок из ванной. Кульминатор. Цель принята. МакКоннор активирует машину времени, в которую засасывает Гудминатора. Боже! Засосала! Здорово! В какое время едем? Это машина из будущего, 3 водителя. 2000. В комнату вновь заходит уже немного потрепанный и подвисающий киборг. МакКоннор. Вы проиграли. Проигрывает тот, кто... кто, будучи львом, воет как волк. Он достает бластер и стреляет в МакКоннора. МакКоннор! Дай, я прикурю! МакКоннор, очень долго умирай, как будто ты персонаж из турецкого боевика. Давай. Великолепный век, давай. Ну, стреляй, блядь, еще.
А ты опой еще какую-то турецкую песню. Давай. Боже, боже, как мне обидно. Я не хотел никогда так умирать. Но получилось так, что я Киборг. Умер. Боже, боже, я турецкий. Скажи про фрукты. Господи, как про фрукты это скажи. Обидно. Вот так вот обидно. Да очень гадина обидно. Какая. Он в другую сторону крутится. Ага. Сейчас, сейчас, не умирай. Ага, сейчас, секунду. Вот сюда, можно, вот сюда. Да. Вот сюда. Образец сбежал через дыру в пространственно-временном континууме. Задание продолжить преследование и уничтожить Джона МакКоннора принято. Киборг прыгает в портал вслед за Гудминатором. Затемнение. Конец сцены. Я чуть не погиб, блядь. Все, мальчики, игрушки разбросали, убирайте. Все, из зала уходите. Лена Кука-Крю представляет художественный фильм «Киборг-убийца». Ну, ни хрена себе. Да тут денег, блин, больше, чем я мог бы себе представить, даже если бы уже был бы богатый. Эй, что ты делаешь? Нам платят за перевозку денег, а не для того, чтобы мы тут с тобой косплеили сцену из сериала «Во все тяжкие». Слушай, а правду говорят, что этого чувака, который нас нанял, никто никогда не видел? Интересно, почему он пользуется только наличными? Он же никакими темными делишками не занимается. Просто таксист. У нас месяц подряд дожди, высокий спрос. На этом поднялся. Наверное, чтобы комиссию не платить за каждый перевод. Не, ну ты сам подумай. Если бы он все эти деньги переводил в разные банки, то вот вся часть, на которой ты лежишь, ушла бы на комиссию. Получается, нам повезло, что он не в курсе про СБП. Система быстрых платежей. С ее помощью можно переводить деньги без комиссии в любой банк. Да, прикинь, месяц бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей. А это, между прочим, примерно вот столько. Точно столько. Просто в приложение банка заходишь, выбираешь переводы по номеру телефона, далее выбираешь СБП, жмешь, и никакой комиссии нет. Ну все, получается, я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Что? Так это ты меня нанял? И ты не немой? Не убивай меня. Да ну ты что, с дуба рухнул? Я тебе хочу деньги перевести за ложный заказ. Куда там нажимать-то, говорю? Вот, банк. Квартира МакКоннора, день. Наши дни. Симпатичная домохозяйка Тамбесика. Да почему? Занимается опять Тамбесика. Занимается аэробикой в своей просторной квартире на окраине Чикаго. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Единицы со мной повторяй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Параллельно она болтает. Так, я закрываю окно. Вы что, подсматриваете? Параллельно она болтает по телефону со своей подругой. Моя хорошая, я сегодня так замоталась,
столько всего успела сделать. Озвучь распорядок дня безумно богатой американки. Во-первых, я покрасила черного в белый, да? Это сейчас трендово, мы же 70-х. Это аэробика, по-твоему? Ты посмотри, я разве занимался аэробикой? Для тамби аэробика ходить. Трусы уже натянуты, поверь. Он ногу вот так не может. Поверь. А что, какие движения базовые какие-то? Вот. Вот, вот, вот. Stop the game, stop the game. Там Бесика слышен. Stop the game. Там Бесика сдохла. Я прям вижу, как попа потеет. Прям 15 распространяет 4 бутылки воды там. Я перезвоню, дорогуша. Там Бесика слышит, как кто-то зашел в дом. Ну все, моя хорошая, у меня там муж пришел. Схожу, встречу его. А то опять начнет жаловаться, что... Пародируй жалующегося Макара. Что? Ну я его не встретил уже в который раз. Макар злится. Макар бросается говно на дом. Макар показывать жопу прохожие. Это ты жалуешься. Да, я так всегда жалуюсь. Там Бесика встречает молодого Джона МакКоннора. В отличие от своей версии из будущего, этот парень все еще очень робкий и стеснительный. Там Бесика. Молодой. Привет, любимая. Прикинь, сегодня наш Марго родила 4 котят, и все они люди. Продолжи историю в духе детской страшилки. Привет, любимый, прикинь. Я с тобой по телефону. Мы в тюрьме. Посмотри на свою робу. Привет, любимый. Блин, прикинь, сегодня наша Марго родила 4 котят. И все они выбрались из нее, представляешь? Я сама руками вот так залезла. Я думала, она опять эту мишуру съела, у нее из задницы торчит. А вот так... Марго в зале. Одного потела, потела, потянула, а он в этой, как это, плацента. Тамби. Тамбесик, это гирлянда котят. Гирлянда котят. Вот, вот, я тяну, думаю, что такое? Это какая-то колбаса. Один, второй, третий, четвертый. Я думаю, ого, вот это голубцы нас ждут. Я если вот. В детстве такое услышал. МакКоннор обнимает испуганную жену и начинает ее успокаивать. Представляешь, я все это видела! Вот этими глазами. Что, ты опять бить меня или что? Иди ко мне. Ты, по-моему, перефитнесилась немножко. Ой, я устала эту фигуру поддерживать. Господи. Вообще. Представляешь, если я остановлюсь на секунду, я схудну. Да, было бы очень даже хорошо. Я не могу себе это позволить. Я свободная женщина. После этого МакКоннор садится на кресло, а жена начинает делать ему массаж ног. Ну ладно, я заебался на работе, к слову сказать. Три ноги. Как я и мечтал. Он мутант. Мечта Панина. Да, садись. Пожалуйста. Три ноги. Давай, туда. Тащи, как котят. Дорогая. Слушай, ты хочешь поучаствовать? Посмотри на эту косточку. Ух ты, у тебя новая косточка появилась. О. Ох. Такого волочко. Моего коллегу Тамбистиана. Он опять купил себе новый вертолет. Он за этот год чего только не купил, блядь. Извини, пожалуйста, просто прости, что перебиваю. А. Ты мог бы хоть иногда грязь вместо пальцев доставать? Просто я не хочу тебя абьюзить, понимаю, твой выбор, но... Было бы неплохо, если бы хоть иногда ты вот так вот, опа, так между пальцами, опа, вот так сделал. Или хотя бы, как это бывает, большим пальцем другой ноги вот так, опа-на. Блевануть? Спасибо большое, что... Дорогая, ну я же только сработал. Спасибо. У нас как раз окно выходит на соседний дом. Вот, я как... все это смотрю, давайте. Да, мы твой сериал. Уже не нужен список тупых. Озвучь список тупых и бесполезных покупок Тамби.
Помнишь моего коллегу Тамбистиана? Да. Он себе новый вертолет. За этот год много чего только не купил. GoPro 6. GoPro 7. Я прошу прощения. GoPro 8. Он покупает себе, блядь, цифру, по-моему. А кстати, ты знаешь... Сам гаджет, блядь. Я извиняюсь, я сосед. О, просто, да, услышал. А, недавно он чемодан для всей этой хуйни купил, кстати. Типа, реально, он такой, у меня некий чемодан, вот такой специальный чемодан. У него даже два квадрокоптера. А что ты, я тебе запрещаю общаться с этим придурком, соседом нашим. А, то есть трахать тебя ему можно, общаться нам нельзя? Трахать тебя и всю твою семью, иди, давай, говно собачье, иди. За это я тебя и люблю, за все эти отсылки. Тамбесика. Да. Ой, он бы ими хоть пользовался бы. Раздается звонок в дверь. Тамбесика. Ой, это, наверное, Билли из соседнего дома. После того, как... подсниму. Погибла. После того, как погибла его жена, он постоянно захаживает, чтобы... чтобы попытаться воскресить ее. Он почему-то спутал наш ковер с пентаграммой. Придурок, а это просто... Я, кстати, иногда смотрю, думаю, что лица там какие-то вот в ковер. Ты смотрел в ковер когда-то? Ты перефитнесилась. Я перефитнесилась. Там Бессика бежит открыть дверь. Раздается звук выстрела из лазера. Иди, беги, открывай дверь. Я сейчас открою! Ой, а куда мне попали? Раздается звук выстрела из лазера. МакКоннор очень драматично и с сопереживанием смотрит в сторону прихожей. С сопереживанием. Да. Там выстрелы, он такой, ой-ой-ой, что там? Ну, интересно, что случилось? Я тогда убегу вот так вот, за кадр. МакКоннор, спроси у жены, все ли в порядке, но так, будто ты актер МХАТа. Но Бузова. И про Сталина спроси. Дорогая? Дорогая! Все ли у тебя в порядке, дорогая? Тамбесика чуть более грубым и роботизированным голосом. Да, все хорошо. Тамбесика возвращается. Становится понятно, что в ней что-то изменилось. Она периодически дергается, будто подвисающий робот. Боже. Господи, какая пластика. Ужас. Это группа Дюна. Если б было море пивом, я б дельфином стал красивым. Как уродливо. Какой кошмар. Ну, я робот. Меня в Китае собрали. Тамбесика. Милый, может, хочешь заняться сексом, смертью. Сексом. Неожиданно входную дверь выбивает Гудминатор. Господи. Можно... Подожди, успокойся. Только неожиданно. Сексом заниматься. Он стреляет в лицо Тамбесики из дробовика. Ты вот так стреляешь? Гудконнор, да, Гудконнор становится над ней и начинает добивать бездыханное тело. А куда стрельнул? Ага, все. Давай, и... МакКоннор пытается бить Гудминатора, чтобы защитить тело жены. Но эти удары не причиняют никакого вреда. Нет! Да нет! 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 Никакого вреда! МакКоннор! Нет! 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 Она получает удовольствие! Подонок! Сука, козел! Ты убил ее! Гудминатор заканчивает бить Тамбесику и обращается к МакКоннору. Ой, сейчас, подожди секундочку. Давай. А можешь еще вот здесь меня добивать, по спине? Рельсы, шпалы. Ой, как хорошо, я умерла, конечно. Сейчас, рельсы, мертвая. Пожалуй, я обратно развернусь, чтобы непоправимо. Все, уже умерла, все. Гудминатор. Если ты хочешь жить, что? Пойдем со мной.
Обессиленный МакКоннор сидит рядом с телом жены и плачет. МакКоннор. Сейчас я, можно, сяду? Можно? Не-не, ты через него. Ладно. Там ублюдок. Это же рядом тоже. Я умерла! МакКоннор. Ублюдок! Сначала ты убил мою жену. Да. А теперь просишь куда-то идти с тобой. Да, 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 да. Я что, похож на... Да. Типа откола, который на все соглашается. Ты вылитый! Ты вылитый, Чеботков, только поднявшийся на дрочах! Ты запеченный Чеботков! Запечеботков! Да, Запечеботков! Правда? Да, да! Честно? Такой же талантливый! Серьезно? Очень! Блядь! Вот так он выглядит! В этот момент... Извините, мужики, что встреваю. Да. Плохо проводим время здесь. В этот момент встает Тамбесика. Раны на ее лице начинают затягиваться, а внешность меняется на киборга-убийцу, то бишь Эмира. О, боже! Что, блядь? Давай, из-под тебя встану. Можете, чтоб люди не заметили тут. Да-да-да, сейчас. Боже, это новый клип Си! Посмотри! Сезон танцев. Это такой же я, но плоский. Киборг распознает МакКоннора и Гудминатора и обращается к ним голосом Хасбика. Киборг. До 18 килограмм со всеми вискасу. Один в один! Пародист! Цели обнаружены. Приступаю к уничтожению. Киборг зажимает точку в области шеи и начинает говорить привычным голосом. Цели обнаружены. Приступаю к уничтожению. Киборг на секунду начинает подвисать. МакКоннор. Что? Я же видел, как ты выстрелил ей в лицо. Да, так было, но это не твоя жена. На самом деле, это синтетический робот, я стирал его при 40 градусах. И он стал таким же. Убийца, отправленный из будущего, чтобы убить тебя. Другими словами... Скажи это все другими словами. Это... овца. Овца, которая от стада отбилась. Шла-шла и случайно наступила в чужие ботиночки. И в них же ушла. И вот она здесь, в чужих ботиночках, не по ее размеру, овца. Ебать, как другими словами получилось, конечно. Она здесь. Вон она зажимает лапкой. То, что ей зарезано. Овечьей лапкой, да? Да, ей порезано в шею. Киборг приходит в себя и стреляет из бластера в МакКоннора. Мимо! После попадания луча МакКоннор превращается в 14-летнего Ебать. Подростка до конца сценария. Блядь! Иди! Да, бля, я не хочу! Макар! Иди! Иди, говорю, есть! Ты уже всех достал, и маму достал, и отца достал. Я Давай ты... уже! Иди есть! МакКоннор, спроси, что произошло с твоим голосом и телом. Блин, че это за отстой, блин? Че случилось, блядь? Ты, блядь. Гудминат. Это аннигиляторная пушка! Она расщепляет на объект на атомы и создает все по-новому. В данном случае делает его моложе на 15 лет. О боже, нет волос на лобке, он моложе. Киборг вновь целится в МакКоннора и стреляет. Гудминатор активирует свой чип и замедляет время и всех участников сцены. Сейчас активирую, подожди. Ну, типа, тут...
МакКоннор. Круто вообще! Блин! Гудминатор отталкивает МакКоннора с траектории выстрела и ускоренно подбегает к киборгу. Он начинает его сканировать в поиске слабых мест. Обыщись пристрастием киборга. Он нашел мое слабое место. Господи. Сюда, сюда. Блядь. Ой, ой. Ну не настолько с пристрастием, ладно. Эмир, а ты добровольно там вообще? Все мои слабые места. Эмир, моргни, если вдруг какие-то проблемы. Да ну нет. Да ну... Приятно познакомиться. Желтый кузен! Тут можно уже по тексту идти в целом. А как у нас? Зачем? Не тут надо. Можно там, уже идти за кулисы. Можно домой уже, да, в целом. Обнаружено три слабые точки. Так, первой точкой оказываются соски. Да ёб... Слушай, да. И все в замедленной съемке, да? Я правильно понимаю? Блять. Да уже, блядь, делайте, хули. Уже давайте. Лови. Эмир, Эмир, тут задание, выкручивай соски, пока Эмир не попросит о пощаде. А-а-а. Ты можешь сразу. Тогда я хочу... Прошу о пощаде. Давай, нет. Я кручу, пока ты не поймаешь ретро-ФМ. Послушай меня, сынок. Пой что-то, Ветлицкую, пой Ветлицкую. Я на этой сцене уже четвертый мотор, мне вообще похую, понял? Ну, вообще-то больно. Гудминатор переходит на оставшиеся точки. Придумай еще две пытки в стиле Бориса Тигра. Бля. Это какой-то современный писатель или что это? Борис Тигр. Это... А вот до этого не была пытка, блядь, в виде... Ну вы предрекли. Но я настоящему ему соски сейчас выворачивал. По-настоящему ты выворачивал? Ну, да. А, ну все тогда. Да гематом! И тогда я доволен. Я его пытал, действительно. Тогда вот так. Все, давайте дальше тогда. Так. Да. Ну, в целом, да, там что-то произошло, да? Киборг наконец отключается. Время возвращается в нормальное состояние. Да, наконец-то. МакКоннор. Да что тут, блин, нафиг, блин, происходит, блин? Зачем вообще меня, блин, убивать? Гудминатор, прочитай максимально быстро. И можешь встать. И стоя. Да. Через несколько дней в трендах YouTube появится песня Чип-клап. Она станет настолько популярной, что и самым модным трендом года и станет добровольная чипизация. Если через год появится искусственный интеллект, блять, сатана, это нейрон получит коды управления чипами, а еще несколько лет еще поработит человечество. Это единственный, кто может объединить оставшихся людей на восстание. Моя цель — защитить тебя. МакКоннор. А, и что, и получается, что ты как будто мой телохранитель и выполнишь все, что я прихожу, даже если это будет съемка ТикТока в ванной? Гудминатор. Даже если придется пососать кафель. Прикинь. А вы думаете, почему он блестит? Ага. Блин. МакКоннор. Вот это, блин, шикардос, блин. Так уж и быть, я пойду с тобой, только у меня два условия. Во-первых, ты поможешь вытащить из тюрьмы моего отца, а во-вторых... Придумай второе условие. Принглс. Принглс? Со вкусом кафеля. Краб. Пососешь и то, и другое. Я, наверное, нахуй не пойду никуда. Ладно, договорились. Только давай уже валить. У тебя есть мотоцикл?
Какой кошмар! Да! Вадим Бошлый, у тебя есть мотоцикл? Гудминатор! Гудминатор, подходи уже к... Эмир. А, уже... У тебя есть мотоцикл? Я не знаю, права есть? Так Макона. Я еще пока не знаю. От тебя пахнет бензином. Ты... Тю-тю. Тю-тю? Я что, похож на человека, который... Опиши, как должен выглядеть мотоциклист. Который весь в кожаном, обтянутый, ходит вот так вот по дню. Потому что катался много. И у него из жопы торчит вот эта вот штучка. Какая? И у него из жопы торчит вот эта это вот штучка. Это вебкам-модель. Откуда это? Это детская игрушка. Гудминатор. Потом посмотрим. Если у тебя нет мотоцикла, то как ты перемещаешься между городами? Как? При помощи AVSales вообще-то. Сервис по поиску дешевых авиабилетов. А еще появился авиасейлс для бизнеса, между прочим. А ну-ка расскажи. Гудминатор. Да ведь это все везет уже. Везет вам. В будущем у меня такого нет. Естественно. Ладно, убираемся отсюда. МакКоннор и Гудли. МакКоннор и Гудминатор можно убегают из квартиры. Можно сделать вид, блядь, что мотоцикл, мне 15. Затемнение, конец сцены. О, боже. Приятель, ты живой? Я сейчас пытаюсь, зачем я живу, понять. Следующая сцена. Полицейский участок. В полицейском участке сидит отец МакКоннора, Кайл Рус. Это Рустам. Ого. Старый мужичок, который говорит с русским акцентом из голливудских фильмов. Он постоянно дергается, словно параноик, и рассказывает конспирологические теории. Его допрашивает типичный американский детектив Тамби. В последний раз спрашиваю. Зачем вы рассылали в WhatsApp сообщение, что власти чипируют людей для того, чтобы сделать их рабами, а? Ого. Не, это не американский. Американский. Да. По-настоящему бей. Чуть попозже. Это... А у меня родственники ФБР, они мне рассказывали. Думали, никто не узнает, что вы по ночам вирусы вертолета разбиваете. Вы в своем уме? Эти вертолеты вылетали по ночам патрулировать город. Я смотрю, вы хорошо подготовились. Кайл, придумай новую теорию заговора. А как насчет того, что все черепахи всегда... Месте! Что? Детектив! Да как ты смеешь? Опровергай это. Это неправда! Где ты видел? Они в самом начале вместе. И то, когда они вылупляются, не все добираются до моря. Их собирают эти бакланы. И вот эти птицы. Цыгане. Дверь. Дверь в кабинет опять выбивает... Опять выбивает! Придурок! Дверь в кабинет выбивает Гудминатор. Все твои теории – дерьмо. Понимаешь? Это... На! Следом за ним заходит и МакКоннор. Иди сюда, мой малыш. МакКоннор. Я сыном! Дядя детектив, давайте без резких движений. Просто отпустите моего папу, и мы за это дадим вам... Подкупи детектива. Пососать кафель. Мы все это делаем в будущем. Второй раз я на это не куплюсь. Это даже лучше, чем Принглс. Детектив. Попробуйте, сосите кафель. Знаешь, сколько там это всего? Это следующая песня крем-соды. О, нормально. Не следующая, просто. Детектив начинает истерично смеяться и дрожать в судорогах. Его внешность начинает меняться на киборга. Боже, он в команде Мигеля. Киборг. Глупцы, вы сами пришли ко мне в лапы. Это оказалось проще, чем... Глупцы, вы сами пришли ко мне в лапы. Это оказалось проще пареной репы. Вот тогда! Вот тогда! Вообще молодец, не думай! Молодец! Вы в 2037-м хоть знаете, что такое репа?
Киборг... Ты вообще не думаешь, просто сказать. А зачем ее парить? Киборг бьет кулаком в землю и всех героев откидывает, как от взрыва. Киборг откладывает свой бластер и подходит к Гуд Коннору. Она всех откинула? Да. Не, меня вот так... Отложил бластер. Вот так должно. Ну что? Подожди, я повернусь в другой сторону. Только не это! Вонючий перебежчик! Ты мог служить! Извини, масло подтекает! Это слюна, ебать! И вообще! Желтый мог служить величайшему разуму на планете, а вместо этого защищаешь одноклеточных, которые верят, что Тимати реально будет жить с победительницей холостяка. Так и будет! Да! Это правда! Это ты дурак! Ты посмотри, они не любят! Мы с сыном верим! Давай! Киборг отшвыривает Гуд Коннора! Ну, эпично, конечно! А были падшие? Нет! Что ты сделал? МакКоннор в это время делает сальто, рандаты и фляки, подбирается к бластеру, направляет его на киборга. А, ну не моя тема. Тебе же 14, давай! Объясняю, сальто это назад, вот так вот. Рандат это вот так вот, ну вот так вот. Ага, и что, фляки? А фляки это что? Фляк это вот, на руки. А, ну это вот такое. Ну? Это арабское колесо! Вот. Нет, арабское колесо, это оно вот так идет, Саш. Как у меня было, точно. Ты что, ты лежи там. Пока-пока. Блядь. Фляг это вот, вот оно. Ну, я сейчас все, сделаю. Все, ты вообще не в сцене. МакКоннор, скажи крутую фразу. R&B. Блин. МакКоннор сразу несколько раз стреляет в киборга. Киборг начинает уменьшаться в размерах, пока не становится грудным ребенком, и начинает плакать. Опять Хасбик. Кайл подходит к нему и пытается успокоить его. Уа! Я такой ребенок. Уа! 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 Не-не, так... Ребенок, успокойся! Не надо плакать! Не надо быть тупыми! Все будет... Все будет хорошо! Ребенок неожиданно хватает его за горло и начинает душить. Интересно, как мне поступить в этой ситуации? Киборг голосом ребенка. Убивать! Я вырасту, схвачу вас и... Продолжи угрожать, как ляля. И у вас у всех соски поотбираю и посрыгиваю на вас, на всех. От страха Кайл бьет его кулаком в лицо. От страха. Малыш начинает плакать еще сильнее, но бьет Кайла в ответ. Кайл, как же поступить в этой ситуации? Он не вырубается! Гудвинатор! Гудвинатор! У меня есть идея! Он же ляля! Загубили лялю! Гудвинатор берет ребенка на руки и начинает его укачивать. У меня же кормящая грудь! Сейчас мы это проверим! Параллельно он поет колыбельную для киборгов. О, боже! А, конечно. Ты не какал? Причем никогда. Вечный малыш. Вечный малыш. Саш, ну мы сегодня очень хорошо друг друга узнали, конечно. Очень рад знакомству. Первый раз видимся сегодня, кстати. Надеюсь, она перерастет крепкую дружбу. А что ты там уже не видел, как говорится? Спи, мой киборг маленький, спи, мой сын. Я закоротила, я мать. Спи, мой мальчик маленький,
материнскую плату. Пососи сегодня мой киборг, будет все у нас хорошо. Киборг. Баю. Там продолжение, да, наверное. Баю, бай, усни. Агу, агу! О боже, срыгнул. Срыгнул микрочипом, блядь. Гудминатор. Гудминатор кладет его на кресло. Да, у меня очень слабые руки, блядь. Ну, типа. Типа вот так. Это твоя люлечка. Блин, это... Господи, это уже какой-то триллер. Это все взаправду происходит? Я тоже не понимаю. Давай ложись, подтяни что-то. А, извините. Гудминатор. Кажется, уснул. Сука. Он, кажется, уснул. Не дышит. Господи. Давайте потихоньку сваливать. Кайл. А, ну и скажите теперь, что это не масонская разработка? Услышав это, Гудминатор хватается за голову и начинает кричать от боли. Что? К нему подбегает... Бой! Не нравится мой акцент? Да! Я пошлю маме и скажу, что недоразвитый. К нему подбегает МакКоннор. МакКоннор. Что с тобой? Каждый раз, когда через щип проходят потоки глупости, он начинает перегружаться. В последний раз со мной была такая реакция, когда... Вспомни, когда тебе в последний раз было стыдно от чьей-то глупости. Когда я посмотрел матч ТВ с Бузовой. И она не знала ударения парней. Это было так больно. Кошмар. Ну, от цитаты твоего отца мой чип нагрелся. Ужас какой. Кайл. Вранье! Это, наверное, от того, что ты в жестокие компьютерные игры играл. Гудминатор кричит еще сильнее. Мне очень самому сложно. Какая боль, господи! МакКоннор... Жопа, говно! Еще ужаснее! Говно, жопа, хватит, говно. Убивает! Будем убивать! МакКоннор очень недовольно смотрит на отца. Кайл. Все, молчу. Гудминатор начинает приходить в себя. А, все. Конец сцены. О, боже. А можно нас искупать как-то всех? Вместе? Да. Вошел во вкус. В ванночке. Мы точно разъедемся? Следующая сцена. Я квартира. Думаю, надо будет это обсудить все потом. Квартира. Сон Гудминатора. После веселого джингла на весь экран появляется заставка сериала «Гудминаторовы». На кухне в красивом передничке нарезает овощи жена Гудминатора, Тамби. Да что за фантазии такие у вас? Да-да. Под закадровый смех из ситкомов домой заходит Гудминатор. Как в ситкомах. А, я захожу. Боже. Закадровый смех, это мы тогда. Сейчас придет мой муж. Закадровый смех. Ребята. Мой муж придет, а он не знает, что я суп пересолила. Дорогая, а что это ты к нам опять приехала, твоя мать? Вроде нет. А что? Как, а что? Да ничего, просто увидел во дворе похороны и на мгновение порадовался. Похоронили. Гудминатор смотрит в камеру и смеется, а жена недовольно машет головой. Гудминатор садится на кресло и включает телевизор. Жена начинает делать ему массаж ног. Опять? Какая же я счастливая женщина! Чик. Ну что? Да ладно, не снимай, я так... Да, ты сильный. У меня тебя... видел, какие да. руки. В дом заходит пальцы, их сын Рустам. Пальцы как будто буры. Да, ты... Мни, пятки. Помнишь?
Пап, я играл с ребятами, и Дэнни Миллиган сказал, что дети появляются не из капусты, а из... Закончи фразу, но не про секс. Не из капусты, а из аистов. Блин. Жена. Сынок, по-моему, тебе уже пора спать. А то будешь как в прошлый раз, до утра. Расскажи, чем они занимались до утра. Дрочить. Гудминатор берет сына за руки и ведет к креслу. А за руки? Разочарование. Хватит дрочить. Идем к креслу. Тебе же уже 27. Он сажает его на колени и начинает рассказывать сказку. Прости, встань. Сейчас мы все сделаем. Папа, что она сказала? Что это такое? Гудминатор, расскажи сказку, начиная каждое новое слово со следующей буквы алфавита. Однажды... Однажды. Батон вошел в книгу. Пошел? А что у тебя за алфавит? Клингонский? Однажды батон вошел в книгу доказать, ей-богу, ё-моё, жизнь знатная ига. Знакомая история. Твой отец уговаривал меня также в брачную ночь. Да-да. Когда Лев Мацал... Отец. КЛМНО. Когда Лев Мацал овцу, папочка работал... С. 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 Т. С тобой. Папочка работал с тобой. У. У. Ф. Не фыркай, блядь. У. Фатимы. Ха. Хазитовны. Ц. Цевгоевой. Цапля. Не-не, Фатимы Хазитовны Цегоевой. Чё-то там. Ш. Ну, ш. Ща. Не заладилось. Не твёрдого. Мягкого. Эскалатор, Юля, конечно же, я. Не да. получилось. Ну что, сынок? Добро пожаловать в грибной трип твоего отца. Ну все, теперь спать. Я люблю тебя. Я люблю тебя, пап, даже сильнее, чем... Даже сильнее, чем мамины сапоги, которые никогда не застегиваются кверху, потому что вот такие икры у нее... Ужас. Из-за того, что ты такое говоришь, ужас. Придурок? Из-за того, я, что... между прочим, тебя родила, и у меня поэтому ноги разбухли, потому что столько говна в тебе. Представь, носить такое говно в себе, конечно, ноги разбухнут. Мне тоже не нравится. Неблагодарный. Неблагодарный. Из-за того, что они... Я вообще думал, рожать тебя или уехать обратно в реку. Из-за того, что они вот здесь не застегиваются, мне поэтому есть в чем зимой ходить. Потому что она тогда не выходит в сапогах. Закадровый смех. Спасибо, папа. Жалко, жалко, что придется тебя убить. Гудминатор испугана. Убить? Убить? Да. Мы с матерью прочитали тебе сказку на алфавите. У матери не застегиваются сапоги ради тебя. Она родила тебя, еле вытащила. Рустам начинает кричать. Скорее нет, чем да! Жена вместе с сыном повторяет хором эту фразу. Скорее нет, чем да! Скорее нет, чем да! Господи! Скорее нет, чем да! В какой-то момент все они зависают. В динамиках радиоприемника появляется роботизированный голос свыше. Что, Гудминатор, не нравятся ситкомы? Ну да, ты ведь всегда был необычным. Пытался сбежать от этих банальностей. А знаешь, от кого ты точно не сбежишь? От меня. Лучше сдавайся. Соседи сверху. Я снова вас. Гудминатор. Это соседи сверху попытались... Ни за что!
Лучше умереть с поднятой головой, чем... Закончи афоризм. Чем жить с эбонитовой попкой. Не любишь электричество статическое? Ну хорошо, беги. Теперь тебе остается только это. Бежать всю оставшуюся жизнь. Все, сон заканчивается. Вы садитесь на свои места. О боже, какая ты... Сейчас. Ага. Ага. Затемнение, конец сцены. Вот и сразу же продолжение. Ну? Я в холодном поту. Гудминатор просыпается. На пассажирском сиденье грузовика. О боже, за рулем Кайл. В целом тогда пойдем. А меня по дороге подобрали. Разворачивай! МакКоннор. Блин, ты чё, офигел? Сядь в машину. Вот сюда. Простите, пожалуйста, я думал, как, ну, подкиньте. Блин, ты чё, офигел? Ты же сам сказал, что нам надо скрыться, блин. Мужики, а можете с капота снять? Ну, просто... Мы вас сбили, молчите. А я олень. Олень. Ну, у меня наполовину голубь. Да, олень-голубь. Редко таких собьешь. Сам сел на капот. Езыди. Иди обратно. Да посмотри, что делаешь. Да сбейте его уже просто. Все, это не поможет. Придется всю оставшуюся жизнь бегать. Я, а мне бегать нельзя. Почему? Господи, почему у меня... Нельзя? Расскажи, почему тебе нельзя бегать? Освобождение! На всю жизнь? На 14 дней. Мне подписали липово. Да, мама работает. Просто, ну, как бы тетя там есть, можно и в басик не ходить. Ага, есть план получше. Я как горлом, блядь. Есть план получше! Мы не дадим выйти этой песне и так остановим чипизацию. Точно. Машина делает полицейский разворот, и герои едут обратно. Затемнение. Конец сцены. Вот так развернитесь тогда. Конец сцены. Давай, переходим. Коротковато сцену. Вот куда, Саш? Вот. Все, уже не едем дальше. Едем. Не-не-не, все. Можете на места свои сидеть. Полицейский разворот, блядь, сделал. Мы вообще все вырезали. Куда уже? Я не все. А потом будет режиссерская версия? Все, продолжаем. Следующая сцена. Бля. Гудминатор, Кайл и МакКоннор заходят в ночной клуб. На сцене клуба читает рэп «Там Бигги Смол». С какой стороны зайдем? «Там Бигги, читай рэп, попадая в липсинг». Сейчас будет. В липсинг? Бей меня и бездумно. Смотри, это там Бигги Смол. Я не буду с тобой скромным. Это там Бигги Смол. Раздевайся, будь со мной бой. Йоу. На репите снова и снова, снова и снова. Я слышу твой голос. Да посмотри, как он попадает в липсинг. Очень круто. Да. Очень хорошая музыка. Fuck off. МакКоннор. Вау, это же там Бигги Смол. Он самый крутой рэпер нашего города, потому что в него стреляли 8 раз, и он продолжает петь все равно. Вот да. Буквально 2 часа назад новость читал. Там прям видео было, ему в упор прям в голову выстрелили, и все равно вот он стоит здесь же. И пах стреляли, у него пах как дуршлаг. Да, он куда бы ни направлял, во все стороны писает. Да посмотри, что делает. Опять же, он в команде Мигеля. Гудминатор смотрит на часы. А, через час его подопечный Лоу Райдер представит песню, из-за которой все захотят чипироваться. Это точно правда? Ну хуй знает, да. Кайл. А, все просто. Нужно их остановить. Стреляем во всех, у кого кепка с прямым козырьком. Перечисли остальные признаки, выделяющие рэперов. Стреляем во всех, у кого кепка с прямым козырьком. И у кого телефон Xiaomi. Блин, Xiaomi. И у кого, и кто, когда ходит
На ламинате вот такие следы оставляет. А, то, что он бандит, да. Гудминатор. Ну, это так. И еще баскетболисты так делают. Ладно, все, нельзя. Если он умрет, то его трек станет культовым, понимаете? Еще больше людей услышат его после смерти. Блин, тогда все просто. Нужно показать людям, что они, вот эти рэперы, все лохи. МакКоннор кричит Тамбиге. Только не делай этого. Эй, чувак, твоя песня. Обсирайте его песню. Твоя песня такое говно, что когда ее слышишь, хочется сходить в душ, чувак. Это грязь. Это ужасно. Поддержите ее, блядь. Да, один, блядь, да, да, да. Твою песню выбрал Тимати в холостяке. Диджей останавливает музыку. Героем подходит Тамбиге. Он идет сюда. Я самый опасный парень на районе. Капоне. 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 Ты француз. Капоне, ты моя Капоне. Тебя проткнули с Пашкой. Это Капоне 78-го года. Это Канапе. Капоне. Я самый опасный парень на районе. Капоне. А ты для меня оружейный барон. Ган. Дан. Зал взрывается в овациях. Дан. Ган. Дан. Господи, Гандан, мы под защитой. Отсоси, потом проси. Зал визжит еще сильнее. Что вы делаете, Гандан? Тамбиге. В батле со мной ты аутсайдер, потому что тебя растянет мой кореш Лоурайдер. Зал разрывает от радости. На сцену выходит друг Тамбиге, рэпер Лоурайдер. Происходит. Ты его друг. Ты его друг. Да? Чувак, вот, друг, ебать. Мой, мой, да, узнал, сразу узнал. Йоу. Просто посмотрите. Вот да, чувак. Блядь, тебе в голову стреляли, что ли? Давно, когда я родился, поняли, что что-то не получилось. И надо это остановить. Да, god damn, man. Йоу, god damn, shit. Все, все, блядь, заткнись. Лоурайдер. Лоурайдер, да. И МакКоннор становятся друг напротив друга и начинают рэп-баттл. Тамбиге в зал. Гудминатор, зачитай про то, что у босса маленькая писька. Давайте, бит. Он уже есть. Я смотрю на твои трусы, понимаю, что там почти ничего. Лупу подношу, и в лупе ничего, значит, там маленькая что? Да. Естественная писька. Бля, я должен ждать? Не-не, Лоурайдер, ответь ему, что твой член настолько большой, что... И продолжи. Бля, что, фристайлить надо? Да. Вот представь дерьмо. Представь себе. Ты б лучше вернулся в ЧБД, вот это дно. А, ладно, мой член такой большой, что не влезает в кадр. Один раз он вот так раскрылся, разделился, стал Тамби, Макаром и Рустамом. Потом пошел на ТНТ и выиграл Comedy Battle. Отсоси. МакКоннор, прожарь босса в стиле бомба-баттла. Фристайл же полная хуйня, господи. Ты будешь пить сок из моих нахрен, блин, носок. Я буду твою тёлку, скорее всего, если получится, при возможности... Если она будет не против. У и... меня нет девушки. Но если я разрешу. Это... В будущем. Я буду ее. Бля, крутой фристайл! Буду трахать ее в будущем тогда, да. Да, нормально, чувак. Лоурайдер. Йоу, значит... это. Как его называется? Раунд. Лоурайдер! Это зачитай про то, что Макар невкусно готовит.
Бля. Вообще это можно сделать за раз. А ты же готовишь, да? Да. Твоя стряпня хуйня коня. Если твоя стряпня это продолжение тебя, то ты никогда не войдешь в меня. Кайл! Блять, пожалуйста, можно не фристайлить. Кайл, добей босса рэпом в стиле Евгения Петросяна. Давай, давай. Давай, пошел. Вот так сделай, вот так. Эй, девчонка, иди на него, вот так. Иди на него. Иди. А, пошел, пошел. Эй, на шпингалеты. Эй, девчонка, в 13-м ряду. Я крутой. Девчонка, в 13-м ряду. На шпингалеты. Подойди сюда ко мне, штаны сниму, на лицо ему сяду. Там Бигги проводит голосование в зрительном зале. За кого зрители дадут больше шума, тот и побеждает. И йоу, только вы можете решить, кто сегодня у нас победил. Итак, я называю нашего артиста. За кого больше аплодисментов, тот и победил. Итак, ты у нас кто был? Макарон. Бля, у тебя, а у него в натуре очки, как у Бигги. Охуеть. Да, чувак, это в России единственный экземпляр. Я про себя. Да, чувак. Да, мэн, да. Да. Итак, он плох. Кто? Кто голосует за МакКоннора? Поаплодируйте. МакКоннор! Кто за Лоурайдера? Блин, да там по сюжету по-другому. Лоурайдер! Блин. Нет, блин. Зрители выбирают МакКоннора. Молодцы! Молодцы, не куплено, это кумовство. Разочарованный. Ухожу со сцены. Да, разочарованный Лоурайдер уходит со сцены. Пусть он уйдет. Хуйня ваше шоу, и ты из ЧБД ушел, это твой конец. Здоровый мир. Big Russian Boss, аплодисменты. Смешно, что это он мне говорит. Да блин, я... как он появился здесь? Из мамы. Да никак, это не блин. Конец, я всего лишь его отец. Да, круто. Недовольный Тамбиги возвращается к себе на студию. Тамби, садись. А. Все, ты недовольно уходишь к себе на Конечно, студию. Конечно, недовольный. У него студия, это кресло просто. God damn, fuck, motherfuck. Блин, он недовольный, по-моему. МакКоннор. Все, мы, получается, блин, остановили чипизацию. В зале появляется киборг. А? А, это... Уставший киборг. Да, меня укачивали, плевали мне в лицо, но вы только отсрочили нас. Кайл. Так, подождите, я что-то запутался. Этот киборг, это рептилоид или иллюминат? Киборг и Гудминатор хватаются за головы и падают на колени. Киборг. Да, все существа знают, что рептилоиды — это вымысел. Киборг и Гудминатор начинают кричать от боли. МакКоннор. От такой сильной тупости их чипы начинают плавиться. Это может убить Гудминатора. Гудминатор. Не останавливайся! Не останавливайтесь, главное, чтобы МакКоннор вышел. Кайл и МакКоннор по очереди называют глупые факты. После каждого из них Гудминатор и Киборг становятся все слабее и слабее. Поднасрите, мужики. Выживи! Да, Луна — это космический корабль, на который люди прилетели на Землю. Ай-яй-яй. Ширак — это на самом деле волосы укупника. Да. Это вроде бы не глупость. Да. Вообще не больно, ну ладно. Земля полая, там атланты живут, и у них все хорошо. Да это все правду вы говорите, мужики. Скажи глупость. Сказать глупость? Космос — это не вокруг Земли, а это из бригады актер. Какая глупость! МакКоннор, у меня разрывается мозг. У меня больше не осталось фактов, блин. Я пунтую бунсквы. Кайл. Джинсы — это соленье. Боже, какая глупость, я лизну тебе боты. Джинсы правильно писать с буквы Ж. МакКоннор и Кайл. А.
Я мертв и всю передачу. У меня больше не осталось глупых фактов, блин. Да, и у меня тоже. Киборг начинает медленно вставать. Гудминатор. У меня остался. МакКоннор. Но это убьет тебя. Гудминатор. А что осталось? Что? А, факт глупый. А, у меня остался. Ну, это же, я же говорил, блядь, убьет тебя. Да ладно. Третий раз. У меня остался. Что? Что остался? Что остался? Я не понимаю, но что-то осталось. Я чувствую по ногам тепло. Ну, смотри, я тебе так скажу. Если это факт, это тебя убьет, но точно. Ну, ладно. Я еще вернусь. Гудминатор, стой. Придумай финальную глупость. Сука, ты умираешь? Ты умираешь, я говоришь, я еще вернусь, а, вот и так. Последнюю. А, тогда все, все, да, ну это все. И ладно. Но это же убьет тебя, убьет, сука, Саня! Убьешься! Ладно. Мужики, я покурю пока, схожу. Подожди! Давай. Я вернусь. Это шоу выйдет в апреле. Как глупо! Да! Киборг и Гудминатор. 1969 года, когда не было телевизоров, его увидят древние русичи, вятичи, всякая новгородская чуть, Полесья. Киборг и Гудминатор погибают. Гудминатор из последних сил поднимает большой палец вверх. На! Конец! И еще! Наконец-то! Все, все. Что, мы берем? Кланяемся! Ребята, кланяемся! Так, Рус, надо что-то придумать в конец. Титры уже пошли. Эти же ждут. Давай, да, что-то накинь. Может быть, как я храплю, и в конце такой: о, нифига себе, проспал все титры. Как в этом, в Клабхаусе ты делал? Ну, понял, да, устарел прикол. Может быть... А, у нас же гудок. Да. У нас гудок. О, эту рубрику давай его сделаем. Типа, могли прийти, но не пришли. И Камапуля, потому что решил не выходить из темноты. Не прыгать в пустыню. О, а может так сделаем по приколу? Типа, как мы обсуждаем, что мы на титры добавим? Блин, разнос. Начнем да. С того, что прикинь, а давай придумаем, что на титры. Ага. Ну, короче, вот этот же диалог просто. Все, в печать. Все, давай, пойдем. Поехали.